это? Офигеть. Где? Ма, смотри. О, прикол, Десса, что такое? Ма, не знаю, ну-ка, ма, давай зайдем. Ой. Ма. Ой. Ма. Ой. А что это я? Ма, это я. А у меня я. Да? А у меня... Что за крипота? Ма, крипота какая-то. Короче, дорогие друзья, смотрите, нереально крутая, походу, дело будет серия, потому что уже непонятки. Короче, смотрите, ставьте за меня лайк и за моего большого брата. За меня тоже и за мою большую сестру. Да, короче, Ма, походу, дело, Ма видит себя, я вижу себя, короче, это сломанный мод. Ма, что ты стену гладишь? Я хочу добраться до своего клона. Ма, не надо. Короче, дорогие друзья, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Прямо сейчас все прожимаем. Да. Все прожимаем, ребят, колокольчик прожимаем, все прожимаем, чтобы все светилось, горело. И вопросик дня. Ма, какой вопросик дня? Какой вопросик дня? А, какой у вас рост и сколько вам... Нет. Какой у вас рост и сколько вы весите? Ма, ты что, доктор, что ли? Да, ребят, скажите, какая у вас температура? Нос мокрый или сухой? У мам всегда мокрый. Да. Короче, напишите ваш рост, ваш вес, ваш возраст. Напишите. Да? Вопросик дня для Евгена Бро и мам. Ма, смотри, вращается. Чисто мой рост 165 сантиметров, а вес 45. Во. Все сдала, короче. Сдала, короче. Прикиньте, друзья, чисто сейчас кто-нибудь напишет. Ха, я вешу тяжелее, чем ма. Да, да, по-любому, когда мы, я тогда сказала про свой вес, сказали, что еще больше весит, или меньше, кстати. Так, Ма, ну тут прикольно, да? Давай, выходим. Смотри, все работает, как обычно. Ма, круто, да? Ну-ка, сейчас, я вернусь обратно. Ого, ого, погоди. Ой, ты бегаешь, а тут у меня как будто ты, ой, как будто я бегаю. Ма, такая крепота. Ма, слишком креп... Ма, прикольно. Смотри, тут даже видно, как свинка вращается. Ага. И как он ходит? Блин, а как вообще это сделалось? Это что вообще такое? Кто нам это оставил? Ма, я не знаю, это, видимо, дерево. Ну-ка, подожди. О, Ма, слушай, давай сейчас это... Друзья, сейчас мы для ТикТока снимем приколяху. Какую? Ма, смотри, сейчас снимем. Короче. А, друзья, вы сейчас будете свидетелями, как мы будем ТикТок снимать. Короче, я ничего не понимаю. Ма... Да мы быстренько ТикТок снимем, а и потом серию будем. Так, короче, Древо, мы подходим вот сюда, вот так. Так. Вот, вот какие-то двери открытые. Мы так. Нажимаем вот эту дверь, типа, вот так. Потом я стопаю, потом мы перемещаем сюда. Я типа оттуда выхожу, мы там походим, такие офигеваем, потом заходим, и у людей ломается мозг. Чё, не поняла? Ну, давай попробуем. Все, друзья, камера, мотор, поехали! Та-та-ра-та-та-ра-та-та-па-па-па-па-па. Тут, короче, типа мост-стоп. Так, теперь перемещаемся вот сюда. Так, подожди, стоп. Так, я здесь. Так, сейчас звуки пропадут. Раз, два, три, типа для ТикТока. Ма, раз, два, три. Ма, папа, два, три. Ма, ого, ма, где? Ма! Страшно смотрит на меня. Ма, страшно. Ма, выходим. Уходим. О! Тут, короче, мы типа стопаем. Теперь вылезаем. Так, вылезли. И теперь... дальше что? Дальше ты куда? Сейчас, подожди, Ма, сейчас. Сейчас звуки пройдут, так. Ма, камера, мотор, поехали. Ма! Офигеть, да, Ма. Я ничего не понимаю в этой жизни. Отлично. Все, Ма, ТикТок снят. Ма, вот так и снимается в ТикТоке. Никто ничего не понял, но вы смотрите в ТикТок. Кстати, там уже 2,3 миллиона, Ма. Да. Кстати, всякую фигню непонятную вы можете посмотреть у нас в ТикТоке. Ма, там вообще... Там лютая, забористая дичь. Забористая. Так, я предлагаю, короче, построить вот такой же чанг и показать, как он вообще строится. Ма, ты хочешь знать, как строится чанг? Так мы можем свой чанг построить? Ма, абсолютно любой. Ты думал, это готовый, что ли, Ма? Это я построил за серию. Да. Смотри, Ма, я вот так оп, ломаю. И смотри, Ма, смотри, я могу его ставить заново. В смысле? Так это значит готовый? Нет, Ма, это я его сделал. Пойдем, Ма, сейчас, короче, сейчас все покажем, подписчикам расскажем. Итак, короче, давай сделаем два пьедестальчика. Пьедестальчика, сейчас сделаем два. Ма, давай даже алмазник, Ма, чтобы красиво было. Давай, у меня алмазный, тебе деревянный. Нет, Ма, обоим алмазный. Так. Так, а мне заходить в геймод? Ма, заходи, конечно. И смотрите, друзья, есть вот такие вот пластинки, называется глобус. Ма, глобус, запоминай, Ма!
Да, глобус. Глобус. Макс, кстати, у нас, короче, был учитель по географии, он был капец такой толстый, как шар, ему называли глобус. И он был лысый? Да, ма. Логично, по-моему, все, нет? Малгар, да, чисто. Так, сейчас какой-нибудь... А не, чтобы было красиво, нам надо, короче, все-таки деревяшкам. Его можно было бы еще называть мистер Боулинг. Ма, отлично, ма, хорош вообще. Оп, на тебе. Ой. Деревянный и мне. Да все. Ма, ставим вот так пластинки. Все, теперь это твоя пластинка, это моя пластинка. Че там, винил? Сейчас будем слушать классную музыку. Не, я сейчас поближе пододвину, а то не нравится. Во, вот так вот, ма. Вот. А чё, куда ма... так близко-то? Ма, теперь... Давай-ка на полтора метра. Теперь, ма, просто правая кнопка. Ма, кликай просто. Оп. О, ты стал мной. Но я тебя не вижу. Ма, я тоже тебя не вижу. Ну все, мы, короче, фишка в том, что мод еще не доработан, он еще сломан. Ой, ма, давай, заходи в свою эту. Ой, я жителей вижу, офигеть. Ой, я тебя вижу. Мадратите. Я хочу посмотреть, каково это, когда двигает персонаж. А, давай, сейчас, сейчас мы выйду. Так, я залезаю. О, господи. О, это очень дорогой. Выхожу. О, смотри, там маленький Евген остался. Ой, смотри, а тут маленькая Ма осталась. Ма, нифига, мод сломанный, ма, офигеть вы все. Капец какой-то корявый. Так, ну ладно, давай, нам надо построить. Ну у нас, друзья, сломанный мод. Так, все, залезаем. Как строить-то? Ма, из любых блоков, которые есть, просто строй. А, прям так? Ма, прям так. Круто, друзья? Балдеж. Балдеж, ма. Так, а траву, блин, еще траву надо накладывать, что ли? Ма, накладывай траву. Ай. Ой, блин. Ну, друзья, согласитесь, это... Ма, прикольно же, скажи. Ну, прикольно, но, блин, травы накладывать целый слой. Ха-ха, ма, там не выпендряйся. Да как бы сложно, долго. Ма, ма не ной, ма сейчас получишь, ма сейчас, короче. Ладно, накладу, накладу, хорошо. А вот ты без этой фигни, тут нельзя использовать такую штучку, которую ты обычно командами все делаешь? Ма, можно. Че, можно, реально? Да нет, ма, я же пошутил. Не, ну по идее можно было бы, если бы я мод бы поставил. Но я ручками все строю. Бы облегчить нам задачу. Ма мог, да не смог. Так, ма, что ты будешь строить? Я, подожди, я тут улиточкой строю пьедестальчик зеленый. Ну я, наверное, построю, ну что я построю? Ма, что ты построишь? Ма, что ты... Я построю деревенский дом, наверное, и сад сделаю. Ма, что ты можешь построить в этой жизни, расскажи мне. Свою жизнь, это не факт. Могу построить домик из спичечных коробков, спичек. Ма, это тоже талант надо уметь вообще-то. Да, 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 у меня есть. Могу еще, короче, знаете, из домино построить лабиринт для маленьких машинок. Это ма, короче. А могу сломать? Можно такой говорит. Шучу, шучу. Все нормально, никому я ничего ломать не буду. Мо. Наверное. Мо, ну что такое говоришь? Ма какая-то опасная стала, заметили, друзья? Нет, я вообще сама безопасность. Ма, нет. Так, где у меня забор? Блин, ребят, жестко, нога затекла. Ма, что у тебя там затекла? Нога, что ли? Нога затекла. Я просто, знаете, сижу на стуле как йог. Кто сидит так же, ставьте лайкос. Ма, и пишите комментос. Да, пишите комментос. Смотрите, и пишите, как вы вообще сидите. У нас, короче, смотрите, битвы я построю, только теперь... Смотрите, вы хотели честный билд-баттл? Вот теперь у нас честный билд-баттл, ма. Даже так? Ну, ма. Кто, короче, круче построит свою миниатюрку, ма? И что именно? Это, что-то мне подсказывает, что ты как-то читеришь. Ма, я не читерю, ты потом видео... Смотрите, ма какая вообще. Ма, у меня аж это... Что у тебя аж? Пукан-бомбом? Ма, бам-бам, бам-бом, ма. Бам-бам, бам-бом. Бам-бам или бом-бом? Ма, чики-бам-бони. Чики-бам-бони. Чики-чики-чики-чики-чики-бам-бони. У него пукан чики-бам-бони делает. Ма, знаешь, как реально, ма, пуканица. А как называется дверь, которая в заборе? Калитка? Да, слушай, я угадала. Короче, друзья, это просто на сегодняшний угар. Чисто... Дверь, которая в заборе, ребят. Ма, дверь, которая в заборе. Это получается чики-бамбони. Ма, смотри, как складно. Дверь, которая в заборе, получается чики-чики-чики-чики-бамбони. Чики-бамбони. И самое прикольное, что мы не видим, что мы строим, потому что не отображается.
Да, ребят, все, я сейчас тут зарешаю просто все. Мания, да, какое-нибудь красивое дерево. Ма, ты красивое дерево. Ой, спасибо, как приятно получать комплименты. Я красивое дерево. Так, строго. Главное, что не бревно. Ма, ну как бы там недалеко. В смысле недалеко? Очень даже далеко. Но из дерева получается мы бревно. Ну, я-то дерево, у меня бревно мне собираюсь становиться. Ладно, кстати, дерево, короче. Хотел затроллить ма, затроллил сам себя, короче. Мо, я пожалуйста. Интересно, что там ма строит? Пойти, что ли, посмотреть? Нет! Ма, я иду. Да, Жень, так нечестно. Ну ладно, не иду. Ой, как ляжка затекла, я не могу. Ну-ка. Жень, сделай что-нибудь. Ляха затекла. Ой, за чё приперся-то? Ма, это не я, это баг. Ма, это баг, ма, это баг. Получается, ма, так. Ты чё, я сейчас тоже приплю тебе, офигевший, что ли? Смотрите, о, чё это он тут строит такое гигантское? Это ты чё тут делаешь? А? Что за замок? Ой, мам, ма, не надо посмотреть, ма, ты чё тут... Ма, я замок строю, ма. Ну так-то тут... Чё-то ты замахнулся, я тут и то строю какую-то огород. Ма, ну это билбата вообще-то. Видишь, я же говорю, что... Я считаю огород намного круче, ребята, особенно сейчас, летом, согласитесь. Отмазываться пошла. В деревеньке намного круче, чем в каком-то дворце непонятном, холодном, из камня таком, блах. Ма, у нас вот это... Я сейчас еще и пруд раскопаю здесь. Ма. У нас билд батл. Постройки должны быть большие, крутые, ма. Да не обязательно, главное, чтобы душа в них была, понимаешь? Ма, ну это тоже важно. Поэтому... Твоей души нету. Ма есть! Ма, что такое? Ма, сейчас обижусь вообще-то, в смысле, ма? Ма, обижаюсь! Слышали, да, обидку включает? Ну, конечно, обижает меня. Друзья, почему она меня обижает? Ой, смешно. Так, ладно. Ма, обижать нельзя. У меня появилась идея, ребят. Ой, какая я плохая. Ма, что ты там придумала? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ма! Ма, мне уже страшно. Ма, капец. Смотрите, трясется уже весь. У меня есть идея, ребят. Ма, что за идея? Она гениальная, конечно. Ма, не... Я ее, конечно же, говорить не буду. Ма, такого не бывает. Ма, как это у тебя гениально? Как это не бывает? У меня всегда гениальные идеи. Ты всегда у меня спрашиваешь совет. Что ты мне тут это рассказываешь? Ма, ты слышь... мне это... Ты за меня придурки держи. Ма. О, красота-то какая, ляпута какая. А во дворце все красиво, все прекрасно у меня. Ма, тут еще, короче, будет приколдес высшего уровня, короче, еще. Так, что там будет? Ма. Твой короче, портрет? Ма. Ой, не могу залупаться, люблю. Ма, слышь, ма, ма, слышь, даже такие выражения. Так, подождите, мне надо поставить сиденье. Чтобы можно было, типа, так, чилить немного. Так, чилить. Ма, ты там унитаз, что ли, строишь? Какой унитаз? Я строю беседку с сиденьями. Ма, какую беседку? Так, и стол мне нужно. Для этого мне нужен люк. Твой я отец. Твой отец. Люк! Я твой люк! Ма, помнишь, как мы снимали? Ма, у нас, кстати, будет серия с ниндзями, там будет тоже Йода, ма. Ого. А как поставить-то люк? О, что там, ма? О! Ма, что там? Коряво. Ма, ну ты всегда коряво. О! О, коряво. Толик готов. Толик готов? Толик! Толик готов! Ма, Толик готов. Сейчас все Толики вышли из чата. Толики, готовьтесь, я приду за вами. Ой. Вам тоже всегда угорает такой смех? Такой, ма... Такая, как ты... Это так... крипи-смех называется. Крипота! Крипотища какая! Ма, крипотища какая! Так, вот. Ну, собственно, а что еще надо-то для счастья?
Милый сад. А, мне нужна мотыга. Мат и мотыга. Сам ты мотыга. Мат и мотыга. Мотыга ты, мотыга, понял? Ман, нет. Так, 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 так. Так, с устроем. Надо? Водичку заливать, да? Ма, заливаю. Ма, прикольно, да, что эти чанки можно делать как угодно? То есть, по сути, каждый человек может проявить свою фантазию, сделать миниатюрный свой дом какой-то и выживать в нем. Так можно много таких домов построить. Ма, вообще, кстати. Ма, вообще. И хоть сколько. Единственный, знаете, друзья, нюанс этого мода то, что между чанками нельзя гулять. То есть, если бы мы соединили два чанка, мы, к сожалению, не смогли бы в них гулять. Но автор обещает его сделать. Этот мод вышел буквально недавно, 3 дня назад, друзья. Но он уже нереально крутой. Ма, крутой же? Крутой, крутой. Слушай, ну у меня лично, ну-ка. У меня все готово. Ма, подожди, у меня не готово. Я сейчас приду смотреть, что там сделал. Ма, нельзя. Такую устрою бомбезную вечеринку. Ма, пожалуйста, не надо. Догадываешься, какой? Ма, какой? Чё? Ма, иди там строй у себя. Чё ты? А чё ты так среагировал? Ма, да динамит, потому что ты говорит. Ты чё, да, ты чё? Что ты делаешь, Диманюха? Чё за замок такой? Ма, крутой? Смотрите, вот у Ма, короче, а вот у меня. Да смотри, как лампово смотрится. Ма, ну прикольно. Ма, чего у тебя там светильник вот танцует? Я его выбросила. Ма, иди что-нибудь поделай, грядки хотя бы прорасти. Ма, чё как позорище ты себя ведёшь? Офигеть, что ли, какое позорище? Смотрите, какой офигевший край. Смотрите, как Ма среагировала. Позорище. Я же дам позорище, блин. Не задохнись так. А чё у меня пшеница не садится? Ма, не садится, что ли? Не садится. Ма, засади как-нибудь. Странно. Слышно, слышно, слышно. Ма, что это вообще? Ма, слышишь? Ма, ну что-то там слышно чуть-чуть. Чё обалдеть. Это? Обалдеть. Обалдеть. Сирены гудят. Ма, за тобой наконец-то выехали. Ребят, прикиньте, там, где я сейчас нахожусь, 32 градуса жары. Домашним посидением. Ма, чисто. И только под вечер выхожу гулять. Ма. Так. Ставьте лайкос, у кого тоже жарко. Ма, что там подглядываешь вообще? Я хочу вообще зайти посмотреть. Ты чё тут закопал меня? Женя! Я сделал, чтобы ты не могла, ба, ты прошла. Ма, ну. Ма, что ты мне все ломаешь вообще, обалдела, что ли? Ну как? Чего ты такие замки возводишь? Ма, ну как? Какая-то, смотрите, халупка деревянная, защищена каким-то забором у него. Ма, ну круто же. Сейчас тут будет все лампово, красиво, короче. Я тут сейчас посажу. Может, там никак, конечно. Я тоже посажу. Ма! Ма, ты че? Ма! Ты обалдела, что ли? Ма! Чини давай, ма, чини! Я твою не взрывал, ма, вообще-то. Ну ладно, вообще вместе починим. Ма, ты обалдел. Ма, не так чи. Вообще, друзья, ма, тебя хейтить будут в комментах. Если ты что, обалдел такой говорить? Ма, что, я ж твое не взрывал, прикинь, я приду твое взрывать. Ты обиделся, то я ж помогаю тебе застроить. Давай все прям строй, вообще все. А что тут строить-то? Вот, все, готово. А семена в натуре не сажаются, ма, прикинь. Ну, у меня посадились. В смысле? Как? Ну, не везде, но в каких-то посадились. Ма, ты же не все построил. Ма, ты не так построил. Вот как было и как у тебя, ма. Давай по-нормальному. Блин, давай дырки проковыряю. В чем проблема? Ма, ковыряй. Ма, не так, вот. Ма, вообще-то было вот так. И вот дом строй, ма. Дом застраивай. Ма, вообще обалдела. Пришла такая. Ну а что делать-то? Скучно? Скучно? Ма, скучно жить. Устроила тебе тут вечеринку. Ма, не надо, пожалуйста, вечеринки устраивать. Ой. Ма, тут не так, вот так. И оп. Окно. И окно, ма. Ма, всё, смотри, боже, ныл, блин. Ма, у меня тут роза. Ма, ну я люблю поныть. Ладно, ма, он помогает. Ма, хорошая, наверное.
Ма хорошая? Панита любит ныть. Ты любишь ныть. Ма, ты такая... Знаете, час до серии мне ноет. Час. Неправда, неправда. Час ноет все. Май рассказывает интересные истории. Как это называется, Ма? Фонарь. Ма, смотри. Как у меня хочешь фонари? Ма, это ты как у меня делаешь. Я вообще-то первая это сделала. А давай, короче, знаешь что? Ну? Сделаем ночь и посмотрим, как ночью. О, Маша, подожди, тут застроим, а и тогда это. Так. Давай. Сейчас, подожди, Ма, вот так, фонарь. Так, а что не крепится? А у меня не крепятся фонари, они только ставятся. Ага. Крепится. У тебя крепится? Ну, смотря на что, на забор у меня поставились. О, Ма, нифига ты. Так, сейчас еще факелы. Ма, прикинь, я сейчас факелы еще поставлю. Красиво. Давай. Интересно, как будет ночью? Будет светиться или не будет, Ма? Ма, будет? Я и хочу проверить, мне интересно. Ма, я думаю, что будет. Да? Угу. Надо проверить. Ма, надо проверить. А что, где пчелы-то? Чего они тут не летают? Ма, какие пчелы? Я же улей поставила. О, я возьму, подожди, я возьму яйцо призыва пчелы. Посмотрим, они призываются. Ой, маленькие пчелы призываются, прикинь. Ма, ну да. Ой, я сейчас тут овечий наставлю. Ма, смотри, все, мой замок, Ма, готов. Овца, да погоди ты со своим замком. Ма, а где овца? Как овцу-то найти? Ма, да вон самое главное стоит. Ты офигел? Я пишу овца. О, вот призыв овцы. О. Классно? Ма, прекрасно. А что с пчелками? Они пыляют или что, у них жопа сыпется? Жопа сыпется. А что у них сыпется? Пыльца с задницы? Ма, да, они пыляют. Ма, жопа. А где они? Ма, улетели вон наверх. Ма, они тебя улетели. Пчелы, вы что? Давайте, вы какие-то неправильные пчелы. Возвращайтесь обратно. Ма, их надо... Видишь, как овцы себя вести? Ма. Ну, слушайте, у Ма тут так и лампово, прикольно. Вообще кайф, и включится эта ночь у меня. Ма, давай сейчас выйдем, ночь включим. Ма, выходи. Ма, ты помнишь, где твой проход был? Да. Блин! А где он был-то? Ну-ка. Отвечай, он же тут был. Жень. Ма. Чё? Ищи, Ма, ищи проход. Ты куда его спрятал? Ищи, Жень, верни проход. Ищи. Ма, ищи проход. Ма, где проход? Ма, и, поможем Ма найти проход. Я сейчас твой проход найду, чтобы поздоровиться. Май, да где проход, Женя? Куда ты его спрятал? Майси, давай. Шел, короче, я не хочу тут разрешать все. Мать, круто? Может тут? И тут нету. Ма, да, Жень, ну попортил мне грядки, сейчас опять на тыкву придется искать. Бесишь. Ладно, Ма, помогаем найти проход. Нет! Женя! Женя, не надо! Пожалуйста, мы еще не пустели, как ночью это было. Ладно, ладно. Ма, да вот твой проход, пошли. А-а-а, я думала, он в грядках почему-то. Так, ну что, мы вышли? Вышли. Ма, врубаем ночь. Вышли. Ну прикольно, да, вообще? Мои соседи думают, почему я так ору? Вдруг меня режут или еще что подобное. Ма, на тебе! Нет! Ты что сделал? Поставь на место. Да. Напугал, блин. Так, делаем ночь. А что, вода исчезла? Ма, это побочный эффект. О, а что не светится ничего? Ма, не светится. Ну-ка, давай войдем туда, посмотрим. Ой, сейчас ночь? Ну. А тут день. А тут день, смотрите, друзья. Приколдес. А, ну что за фигня, хотела ночь. Ну-ка, тут день не меняется, получается? Поход дела нет. Ну, прикольно, да? Ну, когда его починят, мод, обновят, возможно, будет день-ночь меняться. Да. Слушай, Ма, зайди ко мне, смотри, тут у нас тут... Ма, у нас тут поселение уже, жители тут в замке живут. Ма, зайди. Чё ты даже лестницу не поставил, из этой дырки выбираться? Ма, ой, да. А чё так много-то жителей? Что тут это? Как Ма, это... Тут будет? Ма, это моё королевство. Одноместная халупка, блин, какая-то стоит, и тут столько жителей. Ма, это чисто жители... Это цыганы, короче, Ма.
Они сейчас будут драться за домик. Мада. Ладно, походим отсюда. Мама, пока нас не побили. О. Цыганы эти. Ма, ну прикольно, да? Прикольный и... мод, я считаю. Слушайте, можно как домашних животных содержать крестьян? Да. Ма, это... Ма, это... Слушайте меня. Ма, короче, нельзя быть королевой, прикиньте, что говорит. Как домашних животных содержать крестьян. Ребят, это шутка. Вот так вот в средних веках и рассуждали, короче. Все, 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 крепостные права отменили. Давно. Вот, смотри, я прям по этим прыгаю. Короче, поюморили и хватит. Короче, дорогие друзья, ну, по-моему, круто. Ну, мне нравится, прикольно. Мод обновят, будет вообще бомбец. Да, в общем, дорогие друзья, ставьте прямо сейчас лайк. Да, подпишитесь на канал, прожмите колокольчик, обязательно не забудьте. Да, и тогда будет много разных сломанных крутых модов, которые мало где вам кто покажет, а мы покажем и расскажем. Да, и не сломанных тоже будет много. Мои не сломанных, короче. Как не нашей жизни. Ладно, тоже шутка. Всем юмор, все. Массаж, да. Что-то Ма расшутилась, сейчас я после серии нападаю. Май! Май не задай! Иронично!